древний город Ольянтайтамбо. Здесь, в 60 километрах от столицы империи Куско, заканчивалась священная долина инков. Далее труднопроходимая дорога вела в тропические джунгли. К счастью, Ульян-Тайтамбо не постигла участь многих древнеинкских городов. Он не был полностью разрушен и заброшен. В нем и по сей день кипит жизнь. Более того, это одно из немногих мест в Перу, где люди живут в тех же домах, которые когда-то принадлежали древней аристократии инков. Изменился ритм жизни. Но все так же, задолго до рассвета, в хлебопекарнях разводится огонь, и свежие булочки, испеченные на эвкалиптовых дровах, рано утром доставляются на рынок. К загадкам древности здесь давно привыкли. Одна из таких загадок просто лежит посреди улицы. Как сюда попали эти громадные каменные блоки? Такие монолиты называют «пьедрас кансадас» — «уставшие камни». Их доставляли из каменоломен с другого берега реки, но не донесли до строительной площадки. Устали, конечно, не камни, а те, кто их нес. Впрочем, это лишь версия, попытка дать объяснение. Ульян-Тайтамбо ревниво оберегает свои тайны, тайны гигантских камней. Ядром города были 18 жилых блоков. Заложенный в плане строительства рисунок напоминает очертания вытянутого початка кукурузы. Местные жители говорят, что здесь растет лучшая в Перу кукуруза, а значит и лучшая в мире. Однако то, ради чего был построен Ульян-Тайтамбо, надо искать высоко над городом. Там, вознесенный над жилыми кварталами, находится главный храм. Каждое утро солнце появляется из-за горы напротив и изливает свои лучи на его святилище. В древности его фасад был облицован золотыми пластинами. От прикосновения солнечных лучей храм начинал сиять, как настоящая драгоценность. Здесь, на самом верху Ульян-Тайтамбо, и находится самое загадочное, что есть в этом городе. Стена шести монолитов, шесть монументальных колонн из прекрасного розового порфира. Многое из того, что было возведено вокруг этого величественного алтаря, словно попытка строителей-карликов продолжить работу неведомых строителей-гигантов. Поражают тонкие каменные прослойки между гигантскими блоками. Вновь создается впечатление мягкости скальной материи, заполнившей пространство между огромными монолитами. А между тем порфир — одна из самых твердых каменных пород на Земле. Какой могущественный гений мог замыслить и создать такое? Какие великаны-строители обладали столь удивительной техникой обработки камня? В памяти человечества сохранилась история об Атлантиде. Ее жители умели таким образом работать с камнем и любой материей. Возможно, порфировые гиганты Ульян-Тайтамбо, останки крушения древней цивилизации атлантов, сохранились до эпохи инков, пережили блеск и славу сыновей Солнца и дошли до наших дней.
еще одно святилище – храм Десяти Ниш. Легенды сохранили за Ульян-Тайтамбо славу места, где хоронили сердца правителей Тауан-Тинсуи. Мумии инков и их супруг пребывали в главном храме столицы, а сердца на вечные времена обретали покой в Ульян-Тайтамбо. Возможно, они бережно хранились в этих нишах. Каменная кладка стен удивительной работы. На вопрос о том, как это было создано, ответа нет. Например, добиться такого качества исполнения стыков между блоками сегодня возможно лишь с использованием новейших сверхточных технологий. Еще одно свидетельство умения древних каменщиков словно бы размягчать каменную материю, подобно пластилину. Как податливую глину разрезали и этот каменный блок. Специалисты свидетельствуют, что подобный разрез возможно сделать при помощи стальной струны только по мягкому материалу. До сих пор в народе живет предание, что маленькая птичка Пито, вьющая свое гнездо на бесприютных скалах, знает один секрет – как делать мягкими камни. Какие травы нужно собирать, в каких пропорциях сочетать, чтобы полученная смесь делала камень податливым. Еще одно место, напоминающее о мифических предках-гигантах – Саксайоаман, поражающее воображение циклопическая постройка на севере столицы Куско. Эти стены насчитывают около 30 зигзагов выступов, циклопические блоки весят до 200 тонн. Хронист 16 века Гарсиласо де ла Вега, в жилах которого текла кровь правителя исчезнувшей империи инков, так писал о крепости Саксайоаман. Испанцам, испытывавшим зависть к восхитительным победам инков, следовало бы сохранить ту крепость, чтобы на ее примере в грядущих веках было бы видно, сколь велики были силы и сколь силен был дух тех, кого они победили. Однако они не только не сохранили ее, а сами обрушили на землю то огромное величие, ради строительства своих личных домов, которыми они сегодня владеют в Коско. Такие камни внушали почтение. Они были для инков не просто прочным строительным материалом. В памяти народа сохранилась легенда о том, как в одной решающей битве против превосходящей по силе армии противника камни обратились в могущественных воинов и помогли сынам Солнца одержать великую победу. Этот удивительный народ всегда чувствовал душу, которая оживотворяет все царства природы. Неудивительно, что звезды и ручьи, пещеры и камни были для них живыми. Они знали, что в них обитают духи природы. Такие святыни они называли одним словом – Уака. Эти особые места-алтари были предназначены для молитв и жертвоприношений.
живительный источник Тамбо-Мачай был превращен в настоящий храм воды. Вода всегда была связана с женскими лунными таинствами. Поэтому сюда приходили королевы Тауантинсую для совершения очистительных обрядов и церемоний. Источник в Марасе оказался богат солью. Особая милость богов. Здесь, в Марасе, и по сей день добывают соль тем способом, который был придуман инками многие сотни лет назад. Когда-то в том месте, где соляной источник выходит из-под земли, стоял маленький храм или алтарь, где молитвой или жертвоприношением можно было поблагодарить благодетельных духов природы за их щедрость. Лишь руины остались от загадочного храма в Кенко. Это был очень важный сакральный центр империи инков. А значит, его с особой яростью уничтожали испанские конкистадоры и инквизиторы, готовя торжество новой веры. Внутри пещеры сохранился алтарь в форме ступеней. Здесь совершались церемонии во славу Матери Земли, Пачамамы. Это главное женское божество инков – защитница, кормилица, родительница. Мать-Земля, своего сына Инку, всемогущего, защити его в своем лоне, среди мира и благополучия. Один из хронистов, отец Бернабе Кобо, глубоко симпатизировавший исконным жителям Перу, составил список 350 алтарей Уака. В нем фигурировало все – от гор, скал, источников, до древних гробниц и полей сражений, на которых воины покрывали себе неувидаемой славой. И это только в одном районе Куско. И по сей день путешественники оставляют на этих алтарях скромные жертвоприношения Матери Земли – цветы, листья чудодейственной коки, зерна кукурузы. Отец Коба также описал, что святилища Уакас располагались вдоль целой серии линий, называемых секи, которые исходили из единого центра – храма Солнца Кориканча, расположенного в Куско, столице империи. Несколько святынь Уакас сохранились на руинах храма в Чинчеру. Народная память закрепила за этими землями название – место, где рождается радуга. В сезон дождей здесь часто можно наблюдать это небесное явление, перед которым преклонялись жители Анд. Это место словно окружают Апу, горные вершины, где, по преданию, обитают могущественные духи, к которым можно обратиться за благословением и защитой. В таком священном месте находился во времена инков храм, посвященный Матери Земле, Пачамаме. Сегодня мы можем видеть лишь основания храмов все с той же поражающей разум каменной кладкой. На месте храма инков по плану отцов-католиков возвели христианский собор. Так святилище храма Пачамамы стало храмом Девы Марии. А на месте древнеинкского алтаря
поставили католический крест. Сегодня городок Чинчера славится своими мастерицами-ткачихами. На площади возле храма разворачивается ярмарка, где можно приобрести изумительные по красоте и качеству ткани ручной работы и другие предметы народных ремесел. Сюжеты для творчества берутся из мифов. Солнце Инти, луна Килия, любимые животные – лама, ягуар, змей, кондор. Узоры на тканях также имеют свои названия и значения. Семейный круг или айлью, горы-хранители, апу, клюв кондора, земля и небо. Наследницы традиций ткачества с удовольствием рассказывают о том, как обрабатывается шерсть лам, альпак и викуний, как полученные нитки окрашиваются с помощью природных красителей, листьев, кореньев и даже жучка тли, поселяющегося на кактусе. Женщины сегодня ткут точно так же, как и во времена инков. Пальцы словно помнят символы узора. Руки привычно орудуют незамысловатым инструментом, обточенной костью ламы и деревянным утком. Их одежда во многом такая же, как носили их праматери сотни лет назад, в сочетании с теми элементами, которые насильственно внедрили испанцы. И многие перуанцы носят свою национальную одежду каждый день. Не на показ для туристов. Харауи, хокитикан чай, посокоман таруаска, комеруан, анкаспуан, яварпача, инчикилия, сачакуната муйорин, кастанхина, сампай. Сачакуна, чинья манаалин буньой, сампалья манаалин буньой. Ханахпача, ханахпача, ханахпача. Гимн, которым славили индейцы затерянный город инков, вряд ли слышал Хайрам Бингхам, человек, открывший в 1911 году знаменитый город, летящий над облаками – Мачу-Пикчу. Впоследствии выдающийся военный летчик, губернатор и сенатор Соединенных Штатов, в молодости Бингхам со всей страстью погружался в изучение истории колониальной Южной Америки. В своей записной книжке он аккуратно отметил имя провожатого, согласившегося показать ему расположенные неподалеку древние руины – Мельчор Артеага, а также то, как местные называли одну из скал – Мачу-Пикчу, что означает «старая вершина». Через бурные потоки реки Урубамба был перекинут самодельный мост из бревен. Вслед за босоногим индейцем-гидом Мельчором Артеагой сам Бингхам в ужасе медленно поползет на четвереньках по этим стволам. Далее его ждал подъем на высоту 2400 метров по влажному тропическому лесу, кишащему змеями. Это был трудный путь, приведший исследователя к открытию Мачу-Пикчу. Внезапно я очутился перед стенами разрушенных домов,
сложенных высочайшего качества каменной кладкой инков. Их было, правда, трудно различить, так как они были частично закрыты деревьями и мхом, которые росли здесь на протяжении столетий. Но в этой плотной тени, в бамбуковой чаще и переплетенных, словно сети, лианах, то здесь, то там проступали стены, сделанные из отшлифованного белого гранита, аккуратно разрезанного на плиты, удивительно точно подогнанные друг к другу. Все это мне казалось невероятным сном. Хайрам Бингхэм проложил свою дорогу в Мачу-Пикчу. Во времена империи инков странники приходили в этот город совсем другим путем. Сообщение по всей империи Тауантинсую было организовано с помощью сети дорог общей протяженностью почти 40 тысяч километров. Одна из таких высокогорных троп вела в Мачу-Пикчу. Прежде чем войти в город, путник останавливался в Интипунку, что означает «ворота солнца». Здесь можно было отдохнуть и посредством церемонии очищения подготовиться к встрече с городом, парящим над облаками. Город сориентирован вдоль оси юг-север и поделен на две отчетливые части. Хананпача – верхний город, восточная, храмовая, сакральная часть. И Хуринпача – нижний город, западная, жилая часть. Все то, что сегодня мы можем узнать об этом городе, основана на принципе подобия другим центрам империи Тауантинсую. Ведь жители Мачу-Пикчу покинули свой город за несколько столетий до его открытия Хайрамом Бингхэмом. И не просто покинули. Один из слоев почвы здесь – это зола. Город горел. Возможно, сами жители подожгли его, и огонь унес вслед за ними все тайны последнего оплота империи инков. Строения города располагаются на 14 платформах на разной высоте. Чтобы обойти город, нужно преодолеть более 3000 ступеней, сотен лестниц, вырезанных в скалах. Город питают 16 священных источников. Они не только орошают террасы Анденес. Символически, вода связует верхний город с террасами и жилыми кварталами нижнего города. По этим живым ступеням словно протекает энергия. Царство камня, воды, облаков, построенное ради связи неба и земли. Хуринпача – нижний город. Место, связанное с культом Земли – Пача-мама. И Луны – Мама-килия. Это место энергии инь в символическом Дао-Мачу-Пикчу. Здесь располагались Ахья-Уаси – дома женщин-избранниц, невест солнца. Священной задачей жриц – было приготовление жертвоприношений, ткачество, изготовление церемониальных одежд.
алтарь Пачамамы, тайны рождающего начала Земли. Ее созидающая энергия проводит каждое существо через лабиринты подземного мира, навстречу свету, наверх. Символ Пачамамы – ступени, по которым возможно совершить восхождение. Восхождение в храм Солнца. Эта полукруглая постройка именуется Храмом Солнца из-за аналогии с закругленной стеной Храма Солнца Куриканча в Куску. Другое ее название – башня, цитадель. Эти стены бережно охраняют отполированный каменный алтарь. Еще это место называют обсерваторией. Вероятно, инкские Амаута, ученые, благородные мудрецы, проводили здесь непрестанные наблюдения за небесными светилами. Еще одно свидетельство той важной роли, которая отводилась наблюдением за небом, это водяные зеркала. Это место называют храм Кондора. Рядом с ним находится сеть лабиринтов и крипт, получившая условное название «тюрьма», но вряд ли вместе для избранных была необходимость оборудовать застенки. Если представить Мачу-Пикчу как инициатический центр, то можно предположить, что это были особые места, где проходили испытания кандидаты на посвящение. В очертаниях скалы угадывается священная птица Кондор. Отсюда название этого места, тоже условное. Возможно, что прохождение через таинство, связанное с Кондором, было одним из испытаний кандидата. Кондор спускался в каменное гнездо Мачу-Пикчу и, приняв жертвоприношение, воспарял, продолжая свой извечный полет. На возвышении располагается верхний город, Акрополь Мачу-Пикчу, называемый Священной площадью. Здесь находятся самые важные храмы города. Руины постройки, называемые сегодня храм трех окон. Трапециевидные окна смотрят на восток. Каждая из них сориентирована на место появления солнца из-за горизонта в разных точках равноденствия и солнцестояния. Алтарь, посвященный Матери Земле, вновь напоминает о пути восхождения от земли к небу. Главный храм. Доподлинно неизвестно, какое божество почиталось здесь. По одной из версий, это был Вюракоча, могущественный и невидимый бог-создатель, бог-творец, отец всех богов. Слева от алтарной части находится небольшой ромбовидный камень. Эта форма в точности воспроизводит главное созвездие Южного полушария – Южный крест. Камень сориентирован на юго-восток, на месте появления этого созвездия на небе. Ступени ведут наверх, к месту, которое ближе всего к небу. Интиуатана – место, где привязывается солнце. Камень-алтарь – вершина скалы, служащая основанием этого храма. Во всей империи инков подобного вида алтари были сердцем храмов, посвященных солнцу. Печальная история испанской конкисты повествует о том, что именно эти камни, святая святых, уничтожались инквизиторами с особой яростью. По счастью, конкистадоры не смогли найти путь в Мачу-Пикчу. Поэтому алтарь, найденный Хайрамом Бингхэмом уже в 20 веке, является единственной сохранившейся святыней на всей территории империи Сыновей Солнца.
особые моменты видимого движения солнца по небосклону, солнцестояния и равноденствия, здесь совершались исключительно важные церемонии, призванные поддержать связь с Верховным Божеством ради благоденствия всей империи. В дни весеннего и осеннего равноденствия в полдень солнце находится точно над колонной выступа, совершенно не создавая тени. В этот момент солнце и посвященный ему алтарь находятся в самой тесной связи. В моменты солнцестояний важнейшей задачей жрецов, совершавших ритуалы во главе с самим великим инкой, было символически привязать солнце к алтарю и сдержать его дальнейшее движение на юг, в подземный мир. Мой Виракоча, сияй своему народу инков, освящай своих слуг. Да живут они счастливо и благословенно. Сохрани их свободными от бед, свободными от боли. Сохрани их в мире. Конец Мачу-Пикчу связан с концом империи сыновей Солнца. Первые в этой стране европейцы не были готовы к встрече с великой культурой инков. Конкистадоры – захватчики. Такое название закрепила за ними история. Они держали в руках золотой ключ от хранилища знаний и культуры инков, но ключ оказался им не нужен. Им было нужно золото. Инки умели читать предсказания. Одно из них гласило, что грядут перемены. Поэтому индейцы почти не оказывали сопротивления испанцам, принесшим смерть и разрушение. По одной из версий, в Мачу-Пикчу долгое время укрывались жрецы, спасавшие от захватчиков самые важные святыни империи. Для жаждущих золота конкистадоров путь в высокогорное прибежище оказался закрытым на многие столетия. Однако вскоре жрецы покинули и это высокогорное каменное гнездо. Предав огню все, что не должно было попасть в руки непосвященных, они уходили все дальше, в неприступную сельву, оставив после себя лишь каменный остов города. Местное население столетиями хранило единодушное молчание о его местоположении. И сама природа укрыла путь, ведущий в Мачу-Пикчу. Главное сокровище империи инков так и не было захвачено. Это сокровище духа и по сей день хранят наследники сыновей Солнца. Хана-пача! Хана-пача! Ханах-пача, Инти-тай-та, О-вы-ра-поча, Уяри-уай, Уяри-уай, Хамух-тику, Хамух-тику, Кути-мой-ку, Кути-мой-ку.